еще что-то сделает. Смотрим по фортификейшенам. Нету 3 минуты, значит, уже в этой игре фортификейшена не будет. Соло надо идти к команде. У него нет провела. Соло будет выигрывать время. Если кто-то прилетит добить трон, он будет просто давать блэк холл. Да, именно. Это будет 4-5 секунд времени. И по стрелокейтах хотя бы один-то точно. Да, да. И вот они. Т4. Есть байбэк. Есть байбэк. Хорошо. Ждет 7 секунд. Он не будет делать. Соло ждать не топе надо. Соло надо ждать, уводить крипов. Клокер. Решающие моменты. Клокер получил ультимейт от Лины в БКБ. БКБ матч свой потратил. Лина свой БКБ потратил. Куэнни свой БКБ потратил. Паша! Паша, Шейкер! Рапира! Рапира! Ну! Все-таки Паша! Шейкер! И вот оно! Вот оно! Куэнни! Куэнни! Убивают Соло и не хватит резервы, чтобы убить Куэнни! Трос! И даже Монтрос погибает! И выходит и кринит Лина! И он! Лина! Лина! Ёшкин ты кот, какая игра! Да, третья решающая, друзья. Вау, просто вау. У меня прям писи твердая стала. И не только. 21-3-13. Это фантастическая игра. И все-таки смогли MVP Феникс продавить. Все-таки смогли.